Видишь, кого Кослява прислал? Иностранец, шо ли? Do you speak English? Чё? Тьфу ты, милак. Не признала. Неужто уважил старуху собственной персоной? Раздобрел. Эх, богатый будешь. Ты мне не юмори. Ну ладно, ладно. Ну, принёс. Ты что, смеёшься надо мной? Наш уговор какой был? Мой товар дороже, чем вот это. Ну уж нет. Да погоди ты, старая. Хоть покажи мне ее, все ли с ней в порядке. В порядке все. Сам как будто не знаешь. А вот я и не знаю, хорош ли твой товар. Может, ты его здесь день взял? На кулюке небось. А что, я себе враг, что ли? Знаешь, каких мне сложностей стоило, чтобы раздобыть это? Пол царства как будто и не было. Посмотри, на кого я похож стал. И то правда. Хороши. Так я свое выполнил. Ты мне зубы не заговаривай. Вот как по уговору выполнишь, тогда и поговорим. А сейчас, сам знаешь, время у меня золото, бизнес, все дела. Это себе оставлю. Предоплата. Да будь ты человеком. Ой, не смеши, Кослявый. Ну ладно, пошутили, да будет. Сейчас, погоди. Ишь ты, думал проскочить, да? Аферист. Ну ладно, только потому, что мы соседи. Обмен. Обмен. Старость не радость. Родненькая моя. Смотри-ка, омолодился сразу. И без вас.